Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Audi Q7. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Видите, максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с пульверизатором. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить колесо. Ну а пока ждем, мы пообщались с владельцем автомобиля данного и предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Называется он BlockShot. Толщина его 7 мм. Владелец согласился. Пока сохнет полимер, работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!